Всем привет! Это канал Cool Film. У меня есть для вас еще одна история, которая может произойти в клевом мультфильме «Зверополис 2». Внимание! Комментарии, которые останутся без ответов, попадут в следующий ролик. Итак, в прошлых выпусках на «Зверополис» напали инопланетяне. Затем Ник и Джуди со своими друзьями вступили в отряд звездных призраков. Потом они нашли главную базу пришельцев. Джуди угнала огромный вражеский крейсер, а Ник уничтожил ядерный реактор, после чего его выбросило в окно взрывной волной. Теперь он летит с разбитым скафандром и готовится к смерти. Ник видит, как база врагов разлетается на куски, и надеется, что все это было не напрасно. Вдруг издалека подлетает Джек Сэвэдж на своем звездолете и отвозит Лиса на крейсер. Наконец-то Ник и Джуди снова встретились. Они обнялись и поцеловались. Им не верилось, что их план сработал. База пришельцев была разгромлена, поэтому теперь нашим героям нужно быстрее возвращаться на Землю. Космический крейсер совершает гиперпрыжок и переносится на орбиту нашей планеты. К этому времени в Зверополисе бои шли полным ходом. Звери на танках и самолетах продолжали сопротивляться инопланетянам. Им каким-то чудом удавалось удерживать натиск. Они просто не хотели отдавать свой родной город пришельцам и держались до последнего. А ты хочешь принять участие в масштабных сражениях на военных кораблях, танках и самолетах? Тогда рекомендую поиграть в бесплатную онлайн-игру, которая называется War Thunder. Регистрируйся и начинай играть прямо сейчас. Ссылка в описании. Короче, наша команда звездных призраков вошла в атмосферу на своем огромном крейсере и зависла над Зверополисом. После этого они открыли прицельный огонь по инопланетянам и перебили их всех до одного. Война была окончена. Ник Уайлд, Джуди Хоббс, Джек Сэвэдж, Джули Хоббс, Скай и другие звери из отряда звездных призраков стали настоящими героями. Им вручили медали и объявили благодарность. Оказалось, Меган Фокс выжила после крушения ее звездолета, а потом храбро сражалась с пришельцами на истребителе. Она смогла уничтожить огромное количество вражеской техники. Вторжение было остановлено, но Зверополис был почти полностью разрушен. Ушли годы на его восстановление. Ник и Джуди поселились в центре города в огромной и просторной квартире и завели деток. Сейчас они по-прежнему работают в полиции и защищают мирных жителей. Джек и Джули решили поселиться в малых норках, чтобы заняться сельским хозяйством и завести много-много крольчат. Меган Фокс вернулась в ФБР, а Скай в ЦРУ. Вся эта заварушка с пришельцами за секунду промелькнула в голове у Блица, когда его остановили Ник и Джуди. Блиц был еще тем фантазером. Он улыбнулся, вдавил педаль газа в пол и удрал от наших героев. Короче, погоня продолжается. Но это уже совсем другая история. На этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, а за, подписывайтесь на наш канал и ждите новых роликов. Всем пока!